Привет всем! Вы на канале... Громче говори! Леонардо... The American Boy. И сегодня мы у вас, дорогой Леонардо, берем интервью. Мы пришли в ваш гараж. Скажите, пожалуйста, что у вас в гараже есть? Какие машинки у вас есть? Желтые! Желтые? Покажи, где желтые? Вон гоночная машина. А еще что желтенькое? Вот. А какой желтый на английском? На английском желтый какой цвет? Как будет? Yellow. Correct. Молодец. Давай начнем сначала. Что здесь видим первую машину? Какая? Какая это машина? Пожарка. Fire truck. Пожарка, правильно. И что она может делать? А вот возле нее стоит трак. И почему он стоит вот так? Потому что у него нет колес. И его надо подпирать под яичко. Kinder Surprise. Видишь, он так согнутый, а так он хорошо стоит. Поломался. Поломался трак. Пусть так стоит. А что трак везет? Посмотри. Свято наближается, свято наближается. Дед Мороз подарочки принес. А горят еще лампочки? Да, трака еще горят лампочки. Хоть он поломанный? Пип-пип. Все, ставим назад, ему надо еще довезти Дед Мороза. Ставлю колесо. Вот такое самодельное. Дальше, какая у тебя еще машина есть, Лео? Следующая твоя машина какая? Вот маленькая-маленькая пожарочка. Пожарочка. Большой пожарочка, маленький большой. А есть еще средняя пожарка. И она звук издает. Поворачиваем вперед. 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Она даже считает. Вот это классно, такая разговаривающая. Ой, это песенка. We saved the day. Класс. А следующая твоя машина какая? Сильверадо, мы его до него еще дойдем. Вот расскажи нам про следующую машину. Вот здесь, красненькая. Какая это машина? Это Мустанг. Форд Мустанг. Он уже попал в аварию. Разбил бампер и фару. И здесь разбил. И колесо слетело. Вот это он попал в аварию. Сдулось колесо, Лео. Как ты так смог? И он потерял фару переднюю. Front light. Ну все, пусть он постоит. Следующая, какая твоя машина? А следующая машина желтенькая? Корветка. Корвет вытаскивай. Ох, он и пострадавший, Лео. Он тоже у тебя без колеса. Передний бампер пробитый. Крыша лопнута. Спойлер. Колесо. Поломалось колесо, спойлер вообще откусанный. Зато это гоночный, спортивный корвет на пультике. Когда-то он был на пультике, а сейчас просто такой старичок стоит. А что следующее? Маленький. Маленький корвет, шевролет. Вот этот еще нормально в состоянии. Таком более-менее. Это подарок фары. С Украины вроде бы. Фары. И фары, да. Headlights. На английском фары это headlights. Скажи headlights. Headlights. Следующая машина какая у тебя? Что это за машина? Полицейский. Полицейский? Вау, она мигает. Это полицейский. Все классно, классно, полицейский. А следующая? Ты ж пропустил гоночную машину. И она даже звук издает. Такие трубы огромные. Muffler. По-русски, по-английски это mufflers. Трубы. Спойлер классный. Очень спортивная машина. Желтенькая. Next. Следующая. А следующую мы поговорим про твой любимый Сильверадо. Давай запаркуем его. Это Chevrolet Silverado. Он с прицепом. Возит он, какую машину он возит? Любую, которую положишь. Но
Сейчас он должен спасти своего друга, который поломался. А вот его друг, Лео. Смотрите, друзья. Летел Хаммер, его занесло. Он поломал колесо. Вызвали полицию. Что произошло? Что у вас произошло? Вы что, превышали скорость? Вызываем скорую помощь, пожарку. Что случилось у вас? Вызываем еще маленькую подожду. Что случилось? Вызываем большую подожду. Что у вас такое, друзья? Хаммер сломался. Пожарку, помогаю поднимать его. С железной дороги поднимаем. Привязали на веревочку. Все. Теперь нам нужен Сильверадо. Товинг. Эвакуатор. Быстрее! Помогаем! Пожарка поднимает. Опускаем. Все, полиция, сопровождай. Поехали. Плохо привязали. Поехали. И отвезли в гараж. И вот так разрулили ситуацию безопасной езды. Друзья, берегите себя на дорогах. И пожарочка едет домой. Все едут домой, все справились с работой, все счастливы. Поехали. Вот так, все паркуются. И Сильверадо привезли. Хаммер привез Сильверадо. Отойди, Леко. Он должен завести, запарковаться его. Так. Сильверадо сдает назад. Все, запарковал. А сам уезжает. О, он даже ранил. Он себя повредил, смотри, как сильно. Так ударился, что кусок корпуса поломал. Смотри, как крыша прогинается. Вот как безопасно ездить. Так, он в ремонт должен быть. Сильверадо на место, спасибо. Отслужил свое. Идем дальше по Леоному гаражу. Что у тебя еще есть? Два прицепа. Второй прицеп мы сейчас дойдем. Это для чего? Исправить. Это Лео, это справлять надо в специальном ремонте. Body shop. Скажи, body shop. Это надо варить машину. Варить. Не... Специальная такая сварка. Идем дальше. Что мы видим здесь? Леонардо, что за машинка? Это машинка. Шип. Это старинненькая, старинная машина красненькая. Смотри. А если ее назад, чуть-чуть назад, смотри. Отойди. И она улетает. Это машина с Хаваны. Хавана, страна Куба. А это самолет. Это самолет. И ты с нее сделал самолет? Открывается дверь, и она летит. Сюда прилетела. А здесь мы видим старинную, даже не очень старинную, но машину 90-х. Как называется, Лео? Как называется? Вот эта серенькая. Да, называется Мерседес. Правильно, такая красивая-красивая машина. Она нелегальная на улицах, потому что она очень быстрая. А вот здесь что мы видим? Это жученькая. Оранжевый Dodge Challenger. Очень крутая американская мускула. Вот это. Это мотор такой. Если вы, друзья, видели в прошлых видео, эта машина меняет цвет. А вот здесь что мы видим? Паровоз. Едет, едет паровоз, и вагон качается. Полетели! Чу-чу! А вот мы фокус-мокус покажем. Смотрите, друзья. Смотрите, вагончик не прикасается, а уезжает от паровозика. Вот это фокус. Вы видели такое?
Едет, даже не прикасаясь. Или вот. Или вот. Оп, прикоснулся. А здесь? Вот. Как это так? Фокус. Следующее влево в гараже. Что здесь? Школьный автобус. Буги-бас. И тут пассажиры возятся. И открывается задний багажник. Вот так. Тоже звук издает. Мигает синими фарами. Буги-бас. А вот еще один. Это Volkswagen Beetle. D, E, F, G. Пой с нами песенку A-K-L-M-N-O-P. Ай! Это Star. Короче... Star. Triangle. В общем, такая интерактивная машина. И вот снова Сильвер. Радо. А вот здесь... Крутой белорусский БелАЗ. И вот это с ним такой же дампстер. Это Лео подарили на Новый год. Целый комплект. И с прицепом. Вон желтенький прицеп. А ну давай. Давай оденем прицепик. Одеваем вот так. Прицепляем. Вот так. А потом этот кэт заезжает. Заехал. И теперь закрываем ворота и поехали. И себе в гараж. И рядом стоит гигант. Как называется вот это, Лео? Смотри. Как? Как называется? Вот этот огромный трак. Как называется? А вот это? Сидит. А там залезл Dodge Challenger. Как называется вот это вот? Это вот это место. Вот это вся, вот эта машина. Как называется? Это называется Маша. Мася? Маша. А что ты ее так назвал? Это Маша. Это с какого-то мультика на Ютубе Лео видел подобный трачок и назвал его Мася. А последняя машина блестящая. Как называется, Лео? Лексус? Он у тебя уже, конечно, пострадавший. И все, ты паровозик туда забрался? А знаешь, как называется машина без крыши? Видишь, крыши нет. Это обозначает кабрио... Кабриолет. Кабриолет. Это когда машина без крыши. Снимается крыша и одевается. И последняя машина. Что мы здесь видим? Как называется? Полицейский. Полицейская. Это секретная полиция. А там дядя. Вылазит дядя и стреляет в бандита. И здесь тоже. Это игрушка, наверное, 90-х годов. Это вся моё. Когда мы приехали в Америку, для... мы моя... её видели у нашей тёти. А сейчас мы вот это у нас. Это самолет, самолет. Ну, похоже на самолет, когда дверь открывается. Все, Лео, это был наш гараж. На самом деле, очень много игрушек, хотя у многих других есть больше, но Лео это прихватает, он даже не всеми ими играется. Давай со всеми попрощаемся. Скажем всем goodbye. Спасибо. Thank you very much, что вы были с нами, дорогие друзья. Подписывайтесь на каналчик. Маши ручкой всем. И ставьте лайк! Бай-бай!